Сегодня он дебютирует на «Мартиной зоне». Наш друг Сергей!
ног, закрываешь красивые желтые листья, красивые парки, солнечные и лавочки. В них такое ощущение, что любовь распыляет воздух и добавляет кофе. И только мы на секунду на них не успели даже... Не боюсь. Потому что мы готовимся к дню рождения Устина, который пройдет за следующее воскресенье. Нам 22 года! Дорогие друзья, 21 октября на самой главной сцене страны в Кремле Устин отметит 22 года. И в числе выступающих, боже мой, дорогие друзья, такие люди! Полина Гагарина, Валерия Мот, Ёлка, Елена Зеленкова, Вера Брежнева, Алсу, Эмин, Наргиз. И знаете, я еще долго могу засорять ваше сознание громкими именами, но я уверен, что самые активные уже побежали и купили билеты. Да, учитывая, что они еще есть продажи, поэтому стоит торопиться, иначе такое количество артистов от Украины. Время тянуть артистов, а мы не наши. Ой, привет, моя девочка. А самое интересное, что вот эту покупаю. Это мне. Привет, ребенка, за что ты? Я с ним потом слушаю. Слушай, ну, давайте все вместе будем кричать каждый день, который...